все, все, спасибо, не ори так сильно. Людей распугаешь. Мы проехали 150 километров за всю поездку. Вот прямо... Ну, мы еще не доехали, мы еще едем. Секунд назад было 150 километров. Наши путешественники утверждали, что по дороге видели жирного зайца. В том состоянии, в котором они были, удивительно, что им не померещился лемур на шезлонге под зонтиком. Ехали ребята в забавном месте. Это одна из 8 точек отдыха на велодорожке, посвященной истории австрийских паровозов. Детали отработавших поездов здесь вкопаны в землю, а рядом отличная площадка для передышки велосипедистов. Устал, Саш? Уже нет сил даже отвечать. Конечно, устал. Да ладно. Нет, я пошутил. Не устала, я ни чуть-чуть, ни чуточки. Еще об 150 проехал. Понятно. Через годик. Ура! Там вдалеке виднеется Вена. И, наконец, Вена. Вена – это идеальный город для велосипедиста. Вот абсолютно идеальный город для велосипедиста. Всю дорогу мы проехали вот с одной точки, это получается северо-восток. Мы въехали в Вену, и нам нужно было ехать на юго-запад. И мы все это время ехали по велосипедным дорожкам. Единственное, что меня огорчало, это светофоры. Потому что надо приходилось останавливаться, но некоторые, особенно вот возле, где это было, над Дунаем, это было нечто. Это была не велодорожка, это был велохайвей. А, да, это потому что там была перед этим, видимо, автобан был. Автобан, да, они его потом закрыли или перекрыли. И там просто вот широкая дорога. И только для велосипедистов, скейтеров и им подобным. Спасибо большое за поддержку. Очень было приятно, что люди писали и желали нам успеха. Потому что, я вам хочу сказать, я не был на 100% уверен в успехе. И чем дальше мы приезжали, особенно сегодня, тем меньше был я уверен в этом успехе. Что еще хочу сказать? Я точно знаю, что мой сын может добиться чего угодно. Вот после сегодняшней поездки я в этом абсолютно уверен. Я думаю, это стоило того. Обратно из Вены в Брно мы ехали уже все вместе, на поезде. Если вы также захотите поехать с велосипедами на поезде, учтите, что, например, в поездах Региоджета в один вагон входит не больше 3 велосипедов. Причем места для них есть только в вагонах эконом-класса. В
Впрочем, после поездки в Вену нашим мужчинам и в экономии ехалось отлично. А о следующем велопоходе они уже мечтают. Подписывайтесь на наш канал и лайкайте видео. По дороге с подорожниками! Ага, легче? Мой выносить тяжелее было, а вот Сашкин вообще легкий. То есть взял такой прям одной рукой. А ехать? А ехать? Я на поезде легче, да. Вот это всего километров мы проехали за 2 дня. 11 часов 20 минут в пути. Это чисто на велосипеде. У Сашки проехал 283 километра на своем. 30. Кого? Музычку. Чтобы веселее было. Ага. Тыц-тыц-тыц.